Наполнитесь этим блеском и этим цветом, магическим и притягательным цветом зеленого камня. Комплект «Малахитовая мелодия» вы сейчас видите у себя на экране. Пока что только кольцо, конечно же, у меня для вас есть и серьги. Вот так вот они появляются, это идеальная пара для вашего звездного блеска. Цена 1499 рублей на кольцо, выполненное из серебра 925 пробы, вместе с золочением и кубическим цирконием в центре. Ну, кстати, и по краям у нас также кубический цирконий. Что такое кубический цирконий? Это он же фианит бриллиантового блеска. Камень, любимый нами, доступный по цене абсолютно, но сверкающий не меньше, чем бриллианты. Разного цвета он бывает, разные огранки ему продают ювелиры. В данном случае у нас центральный камень в виде огранки принцессы и обрамляет все это такое облако, я бы сказала, что даже бриллиантовые светлых фианитов вокруг. Цена у нас за комплект. Вот вам сейчас показалось, и мне сейчас показалось, что цена за кольцо, но нет, цена за комплект. Невероятно, шоп-н-шоу удивляет даже меня. За комплект два украшения, минимум 1500 рублей. Я не представляю, что сейчас будет в колл-центре. Серьги и кольцо, вы можете их получить вместе. 925-я проба серебра. Знаете, я даже до речи потеряла, даже уже не знаю. Вот посмотрите, такой гарнитур по стоимости 1499 рублей. Это ваш готовый ювелирный образ. Плюс ко всему, вы наполняетесь, безусловно, молодостью, жизнью и привлекательностью, если носите зеленые камни. Таким свойством обладает именно вот такой оттенок. И мы с вами сейчас можем выбрать один из этих гарнитуров легко, тем более, что, слава богу, у нас сейчас есть еще достаточно широкий размерный ряд. От 16 до 21,5. Эта красота доступна вам еще в таком широком размерном ряде. Но подчеркиваю, что цена у нас сейчас не только за кольцо, а за гарнитур. То есть и кольцо, и серьги вместе. 1499 рублей. Не упустите свой шанс сделать вот такую выгодную, действительно разумное приобретение, потому что я даже поражена таким сочетанием цены и качества. Очень красивые элементы. Здесь действительно невероятный, необычный дизайн, немножко напоминающий и вихрь, и облако с одной стороны, и вот такие звездные дизайны. Но знаете, я сейчас потеряла дар речи еще не только из-за стоимости, а когда увидела нашу модель Ксению, практически хочется вот просто замолчать или полюбоваться, насколько прекрасная женщина становится, когда она подчеркивает свой блеск ювелирными украшениями. Ксения, ты великолепна. Хотите быть такой же великолепной, как Ксения? Хотите быть лучше? Хотите быть этой звездой? Звездой своего города, звездой своего поселка? Выбирайте комплект «Малахитовая мелодия». Выбирайте не только звездный дизайн, но и при этом еще действительно разумное, великолепное приобретение. 1500 рублей за кольцо и за серьги. Это невероятно. Ну, а как ваш личный ювелирный эксперт, я хочу подчеркнуть, что это потрясающее сочетание цены и качества. Здесь даже можно, вот даже не считать, какое количество граммов у нас на комплект, но все-таки это и серьги, и кольцо, и серебра 925 пробы вместе с фианитами. Фианитов там также огромное количество. Все это для вашего звездного блеска выполнено и на телеканале Шоп-н-Шоу представлено в рамках нашего новогоднего июля за 1500 рублей, точнее за 1499 рублей. Целый гарнитур. И мне очень нравится вот это сочетание необычного дизайна. С одной стороны у нас огранка принцесса, да, вот такая ромбовидная, которую вы сейчас увидите. А с другой стороны у нас достаточно мягкая и плавная форма. То есть у нас здесь сочетание, с одной стороны, вот такой устойчивой геометрии, которую вы видите в ромбовидной форме, но при этом достаточно плавные, мягкие, женственные линии вокруг. Немножко напоминает вихрь. Действительно, какое-то звездное облако. Невероятный, совершенно завораживающий гарнитур. Меня он покорил сразу. Очень были интересные ассоциации, когда видишь такой гарнитур. С одной стороны, это и вихрь, и движение. С другой стороны, это и действительно какие-то звезды, которые к нам прилетели. И при этом все-таки огранка принцессы — это одна из самых драгоценных огранок, которые, как правило, гранят очень часто ей изумруды. И поэтому у нас усиливается эффект как будто бы от изумрудного вот этого фианита. Здесь вдвойне такой эффект. Ну, а теперь хочу вам сказать по секрету. Пока продюсер не ввел ограничения, но все возможно. Иногда у нас продюсер вводит ограничения 3 комплекта в одни руки, 5 комплектов в одни руки, не более. Пока такого ограничения не введено, вы можете забирать 5, 6, да хотя бы 10 гарнитуров. Посмотрите всем своим друзьям, всем своим знакомым, своей дочке, своей внучке, себе. Ведь посмотрите, есть разные размеры. 16, от 16 до 21,5. Через полразмера, это 16,5.
есть. 17,5 есть. Какие пальчики у вас, какой размер у вас? Я уверена, что среди нашего широкого размерного ряда вы обязательно найдете тот размер, который вам необходим.